Аномальные морозы пришли в Новосибирск. По прогнозам синоптиков, уже завтра столбик термометра опустится до минус 27 градусов, а к концу недели обещают морозы ниже 30. Синоптики отмечают, такое резкое похолодание характерно для января. Зато осадков пока не предвещают. И у дорожников есть время вывести весь выпавший ранее снег. С новосибирских дорог уже убрали почти в 50 раз больше снега, чем за эти же месяцы прошлого года. Это треть миллиона кубометров. На дороге и тротуары высыпали более 1500 тонн противогололедной смеси. Сегодня ночью уборку продолжат. Вывозить снег будут с улиц Крылова, Железнодорожной, Дусик-Вальчук, Волочаевской, Большевистской, Ватутина, Героев Революции, Учительской, площади Кирова и других дорог города. Водители просят не оставлять автомобили вдоль улиц и освобождать проезды.